What is happiness for you? Так, я не знаю, как оно будет звук записывать. Я когда-то на одном тренинге, мне показали один очень классный тест. Значит, я сейчас покажу, как он выглядит. Но надо человек, который не знает этого теста и относится к этому непредвзято. Вот ты просто встань, ничего не будет происходить. Тебе ничего плохого не случится, просто закрой глаза. Теперь руки поставь вперед, на вытяни вторую. Вот, поставь их вместе. И вот сейчас так вершу. Ты не будешь ни падать, ни там ничего смешного, не будет, это умный тест, а ты в конце сейчас поймешь суть. Да, суть вот этого теста. Вот смотри. Ты сейчас должен себя вот настроить, что ты сейчас, вот, например, сделан из, из камня. Просто из гранита. Вообще вот все. Сюда можно положить там любой вес. И ты вот как кран, ты можешь понимать там 100 тонн. Вот руку мою, если я положу, ну, ты представляй себе. То есть, если вдруг любой вес тебе положу на руку, ты все равно его выдержишь. Насколько бы силы я не тиснул, не давил, ты все равно его выдержишь. Вот понимаешь, вот ты должен себе это представить. Можешь себе представить? Да. Все выдержишь? Да. Любое усилие? Да. Точно выдержишь? Если я положу руку, то есть смешного ничего не будет. Точно выдержишь? Да. Сильное усилие? Да? Точно выдержишь? Вот сколько не буду жать, все, все выдержишь, да? Любое усилие. Одно простое мгновение, ничего не открывая глаза. Только сейчас ты представляешь, что ты сделан из ват. Ты слабый человек. Слабый человек, даже если вот сейчас муха сядет тебе на руки, они все равно упадут. Но ты слабый человек. Я сейчас положу только руки, и ты все равно они у тебя опустятся. Несмотря на что бы там ни было, любое усилие, но они у тебя... Он должен войти в роль ваты. Ты очень сильный человек, да, слабый человек, потому что ты вата. Ты вата, и эти руки ничего не выдержат. Видишь? И? Все. Какой смысл? Когда он думал, что он сильный, он держал руку. Когда его вот убедил, что он слабый, он только бросил, руки упали. Ну. Все. Послушливость. Да. Сила послушливости. Сила уверенности в том, что ты делаешь. Это так оно и есть. Да, как ты себе придумаешь, что ты вата, значит будешь ватой. Придумаешь, что ты камень, значит будешь камень. Ой, я хотел бы себе придумать много, но не получается.